Itt robjuk be a klügyülőt, a skélt. Жара 39 градусов, наверное, сегодня. Очень жарко. Домой. Вот такие работы идут. Вот так вот у нас все красиво становится. В Ташкент прилетели, спали. Невозможно было сразу переключиться на ташкентское время. Идем домой. Очень жарко. Дома кондиционер. Это Светлана. Метро Биопак Юля. Один из лучших районов Ташкента. Впереди моя детка, супруг, мама, племянник. Вот и наш Ташкент. Спустя 12 лет Кульшан приехала. Люблю Ташкент. Люблю Узбекистан. Поливочные работы. Благоустройство города. Озеленение. Спасибо, Ташкент. А обедаем. Не, даже уже не обедаем. Но это еще не говори. Специально пришли в проведать национальную кухню, не какую-то экзотическую или европейскую. Наш райончик, кафе-ресторан Бухара. Зеленый чай заказали, лепешки паттер, нон, шашлыки сочные и свежие салаты. Это уже к завершению чуть-чуть, мы уже немножко перекусили, но очень вкусный шашлык. Рекомендуем. Бухара, ресторан-кафе, мамочка, Алекс. Тебе шашлык понравился? Скот, шашлык. Сардурчик, что скажешь? Все хорошо, спасибо. Поел уже? Гульноска смеется. Поел уже? Ну, поели. Ну, вот такая вот национальная наша своя кухня. Никакого экзотики, никаких так помпезных всяких блюд. Свое, свое, свое. Ну, вот лучок. А что это? Приятного аппетита! Кафе Бухара. Как называется блюдо гульнос? Джис. Джис просто, да? Джис. Картошка фри, лучок, лук с уксусом, помидоры, свежие огурчики и джис. Такое мясо, да, которое в своем соку потушилось. Да. Выглядит, конечно, аппетитно. Все заново. Гульнозик, помнишь, как мы детей сюда приводили? Идем, папа Лиже придем. Намады, Азизочки, Аброра, Сардорчик, Гулика. Мы их приводили, сами сидели на лавочках вот здесь. Семечки грызли. А дети здесь бегали. Вот памятник стоит. Детям нашим было по... А кто его посадит? Он же памятник. Да, а он сидит. Детям было наши маленькие, 4-5 лет, 7. 6. Да, вот это памятник. Они, Аброрчик, оказывается, залез на голову, да, и не мог спуститься. Это без нас, это с бабушкой, наверное, было. Да. Цветы были. Вот. Все то же самое. У детей свои сейчас дети очень сейчас. Красиво, да. Сейчас дети, у детей свои дети. Великий наш. А мы были молоденькие. Прадед. Вечером придем, сядем. Мурзо-Улугбек наш. Да. И район наш Мурзо-Улугбекский, и улица наша Мурзо-Улугбек. Да, смотри, называется. Розы как посадили. Ой, а вот туда мы ходили на фонтанчик, да. Там был бассейн, и мы дети наши купались. Ну, мы туда уже не пойдем, да? Вот туда вот, да, да, по аллейке. Вот здесь, да, вот здесь. Вот. Там бассейн был маленький. Вот здесь, да, да. Наши, да, детки купались. Вот, сейчас красиво стало, там фонари, там да, стульчики, да, скамейки. А ивушки те же были, гуляли. Да, эти же ивушки. Те же деревья, но они красиво, уже по... Красиво, ухожено, все. Все ухожено, деревья выше стали, да.
дети наши теперь сами родители. Да. Вон наша, наши родственники. Родные наши. Давай я так сделаю, чтобы побольше. Наши родные. Вот Сардор, вот мой сын, это моя мама. Это Алекс. Алекс здесь не успел побегать. Алекс в Америке уже бегал. Да. И Алиша папа. Да. Наш родной. Почем? Мои родные люди самые. Вот наш. Это, вот это место называется Академгородок. Мы жили на Академгородке. Да. А почему называется Академгородок? Потому что да, здесь сосредоточены все институты, да, научно-исследовательские институты, да, академические институты. Академики здесь, да, у нас здесь работают. Вот, если я не ошибаюсь, здесь есть институт кибернетики и математики, есть институт философии, есть геологии, биохимии. Да, вот, здесь вот все подряд. Все институты. Подряд. Хороший вот район у нас был, Нозик был. Биохимии, биоорганики, и где мама работала? Биоорганической химии институт, да. При Академии наук. Да. Дорогие наши подписчики, сегодня 31 мая. Да, 1921. 21 года. Вот моя мамуля сидит, прилипла к прохладной стеночке. Гульчхара Хакимовна. Моя сестренка Гульнос Нигматовна. Привет, Гульнос. А это Сардор. Гульнозен сыночек, студент, первокурсник. Это мой сыночек, все уже знакомы с ним, Алекс. Это наш хозяин, папа, голова семьи, Педро Аритоло. Приехали на Сибзар, Юнусабадский район, на знаменитый лагман, кабоб, сомса. Пока хлеб горячий. Хлеб горячий, смотрите, какой формы красивый. С нетерпением ждем наш лагман жареный, пареный, сомса, тандыр. Что еще заказали? Долма. Шашлыки, долма. Ну, здесь это кухня уйгурская. Это моя заменитель, которая помогает мне в съемках репортажи, пока меня не было в Ташкенте. Вот, наконец-то мы соединились. Теперь будем передавать видео от двух лиц. Сардор, не стесняйся. Скажи привет всем. Привет, Алекс. Это моя сестричка Гуля Аритоло. Привет. Недавно приехала с Америки, штат Колорадо, к нам в гости. Вот она очень захотела покушать лагман. И вот мы ее сюда привели. Сибзар номер 7. Лагман номер 1 в Узбекистане. Ждем. Сейчас ждем нетерпением, голодные. С утра ничего не ели, специально мы ничего не кушали, чтобы с удовольствием... Давай лепешку покажу. Да, вот лепешка горячая. Да. Ну все, ждем лагман, следующее видео. Да, следующее видео будет про лагман. И все то, что там находится. Так, первое блюдо, то, что приготовили, это долма, азербайджанское блюдо, но у нас в узбекской кухне оно тоже очень-очень востребовано. А это сметана или это аччудма? Да, хату. Это как соус. Сметана, да, с укропчиком, да? Для долмы. Ну, очень хвалят эту долму здесь. Дома мы тоже готовим, но решили кушать, попробовать и здесь, на Сибзаре. Она особенно особенная, да? Она здесь сухая. Там внутри рис подсушенный. Подсушенный рис. Дома не получается, да? Ну, там свои ингредиенты. Дома получается много мяса, а здесь риса больше. Ну-ка, надрежь немножко, покажи нам внутренность. На вилочку, да, тебе еще один? Возьми, пожалуйста. Сейчас мы посмотрим. Дома так не получается, значит. Но здесь специальные повара. А, нет, здесь смотри. Красиво. Да, очень вкусно видно. Ну, сейчас мы попробуем. Сейчас ждем другие блюда. Будем вас ознакомливать. Следующее блюдо, которое нам принесли, это шашлык. Вы знакомы с этим блюдом, конечно. Многие из вас. Значит, здесь у нас куриный шашлык и шашлык из говядины. И дальше идем лучок с уксусом, посыпанный паприкой. Паприкой. Вот мое блюдо, которое я заказала. Это лагман, который я долго давно хотела. Уйгурский лагман. Вот это все то, что вы видите, крученное тесто. Вручную все это делается. И подлива. Сейчас попробую и скажу вам, как оно на вкус.
И вот мой теперь, смотри, форма. Вкуснятина. А это у нас жареный, да, лагман гульнозик? Гульнозик заказал, корма. Ингредиенты, ну, жареные там, такой же ручной работы, крученый, очень вкусный. Вот. На поджаренный. На поджаренный, да? Угу. Приятного аппетита. Ждем другие блюда. Исмаильчик наш пришел, Гульнозан внук. Гульнозана дочь, Агульджон. И вот Нора. Блюдо, которое... Нора. Вот наш Исмаильчик. Еще ждем самсу, правильно, мам? Еще десерт. На этом заканчиваем свой репортаж. Будем этот, как его, сейчас поймаем такси, немножко улицы Ташкента снимем, пока домой до дома доедем. Это старый райончик Сибзар. Ага. Поели. Это летний двор, у них сверху прохладительные, и такие эти проходят, да? Как это? Как они даже не знают, система такая, охлаждение. Да, брызги. Микроклимат называется. Микроклимат, ну да. Китам, мама бы забыта, мама не считает, что бы за тут-то китамс? Мужчины сами хотят, мы четверо бабы. Они вперед, если кто вперед, мы ключи не дадим. Алекс, давайте тогда... 19700. У меня ключи есть тоже. Да? А. От нашего дома есть? Мы на двух машинах поедем, женщины и мои мужчины отдельно. А все куда? 19700 за 20 тысяч. Исмаил! Бега, бежать хочет! Исмаил! Да, если что, около подъезда подожжем друг друга. Как поезд машин? Исмаил! Гульшан, кто первый домой? Мужики пусть едут, и мы за ними. 2 минуты приедет в парк. В парке тут что там, пицца? А была китурса мы возъехали. Давай, гайс, маш кар камень овреди, гайс. Даем, мы едем, мы дальше там не поедем. Такси, где Яндекс? Вон. И мы сейчас лежим. Еще выберем, да? Здесь хорошо, прохладно, как-то. Микроклимат, Оля, видишь там? А, вот это тоже понесете. Олег, домой. О, он далеко. Мы проверяли, не делай, потом я не смогу. Исмаил! Исмаил! Азиза какую-то помаду мне дала. Мы утром паспорт нашли, и она мазала. Губы начали щипеть. Хорошо, мака, которая шрада. Юкали начала мыть с мылом. Вот паразитка, Дима. Новую положила она, может быть, на подарок кому-то. А я открыла. Смотрю, раз. Как начала щипеть. Что это вот третий? Ты что, есть, да, этот Яндекс? У меня ловить не будет. Яндекс есть? Я не знаю, почему мне плохо. А, это аптечка. Для аптечки сумка. Я вытащила, самая маленькая сумка, это.
Садор, меня сфоткай. Садись вперед. Вперед садись, я сзади. Габариты большие. Габариты большие. Мам, сели? Я боюсь у меня. Меня не забудьте. Ой. Ага. Блогер. Так, поехали домой. Едем домой. Гулютик, ты сможешь снимать лучше, потому что ты впереди. А тебе это гулютик тоже нужно? Ну вот я буду снимать, конечно, дорога домой. Откуда? Домой. У нас каждый день едем. Отчет. Вот, проезжаем дорогу, где Ганга. Ганга у нас здесь славится. А, раньше славился... Это место славился магазин индийский, Ганга называется. Сейчас этого магазина нет, но название осталось. А нынче славится это место Ганга мороженым. Очень вкусное мороженое в Ташкенте. Не в Узбекистане, в Ташкенте. В Узбекистане самое вкусное мороженое, это на станции Китак. Где я вам показывала, помнишь? Да, я помню. Да, такого маржа нигде нет. А, сейчас еще выходит. Анджон Мускаймова. Не выходит, уже выше. Очень вкусно, но сейчас тоже подделок много. Вот это место, да. Тут здесь кафе есть. Нет, не была еще здесь. Эй, какой год? А все приезжало. Вот такие улицы. Эта улица называется Абдулла Кадыри. А вот здесь, на той стороне, был этот, как его, ресторан. Аксарай назывался, его переименовали. Ресторан and Gallery. Аксарай, ресторан помню. Помнишь, нашего, да? Нашего племянника. Атабека. Кстати, очень вкусно было. Там. Такое. Ну это сколько? 12? Кухня европейская была. Да, 13 лет. Да, там турки были. Да еще вообще турецких ресторанов не было, помнишь? Я помню. Самый вкусный. Вот этот знак каблучок называется. Если женщина за рулем, значит, это осторожно, здесь женщина. А если там мужчина, значит, это подкаблучник. Раз у жены машины он спер, значит, он подкаблучник. Вот. Это мое личное, как бы это. Я так сказала, да? Хотя здесь написано «хэт». А вот это бывший, это «Шератон». Я не знаю сейчас, как называется. Изменилось название. Снимай, да? Смотри. А где пресс? Вот это? Гостиница, Вова. Все для нас, все для победы, все для гостей. Здесь было красивое здание раньше было. Как вот золотистое было, сейчас его нет. Бизнес-фонд. Вот. Это ипотека банк, а вот здесь есть, между ними есть такой этот ресторанчик. Вот этот турецкий. Торрента. Здесь торты очень вкусные, все турецкое. Пирожные, торты, но есть и это другие блюда турецкой кухни. Это ипотека.
республика, это ипотека. Вот, вот это, ипотека-банк. То есть сбоку вот это вот сразу начинается ипотека-банк, городской филиал. Они все на одном месте находятся. Ну, здания только разные. Дети от мамы как бы далеко не уехали. Все рядышком находятся. Вот это название называется, это детский мир бывший. Вот здесь был ресторанчик «Ёлки-палки». «Ёлки-палки», не знаю, почему такое название. Видно, это клиенты сидели, а потом цены в конце как увидят. И «Ёлки-палки» не могли обматерить. Цены были в замке. Да, наверное, наверное. Как цены увидят, и не могли при девушке, при это, посетителей это материть. И вот «Ёлки-палки», и вот это вот название пошло «Ёлки-палки». Сейчас не знаю, убрали «Ёлки-палки». Все могут платить. А еще знаешь, какой есть этот Гульшан ресторан? Ну. «Сам пришел» называется. Слышали, да? «Сам пришел». Там тоже цены завышенные. Мне рассказывали, что приходят, покушают. Вот где-то уже Анхор Дюнуда, да, там внутри. Где Анхорика, прям на это, на берегу построенный, «Сам пришел» называется. Там такие завышенные цены, как бы посетители приходят, кушают, пьют, а потом, когда увидят цены, тоже они их ругают, как бы хозяева, и говорят: мы же вас не звали, сам сами пришли, сам пришел, поэтому называется. На российской. Вот это российская машина, «Лада», то, что надо. Министр вот так. Вот здесь пробка, мы немножко застряли. Гости проезжают. А, Ташкент — город гостеприимный, поэтому у нас гости почете. Мы ждем гостей. Какие-то машины. Вот все американские машины. Американские, да. Машины. Гости приехали. А, наверное, какое-то учение. Они же базу какую-то открывают. Наверное, американцы. Что-то из-за этого делегация приехала. Американская. А вот здесь у нас есть такой магазин, «Ктоп Олам» называется. Какую книгу хотите, вот здесь можно купить или заказать. Это место называется уже Дархан. Вот этот райончик мой любимый. Да. Вот по той улице тоже, да, много ресторанчиков европейских. У меня очень соседи там много, именно с этим райончиком. Вот, вот эти 18-этажки, близнецы. Если в Америке близнецы, а у нас раз, два, три, четыре. Хасан, Хусам, Фатима, Зухра это. Здесь близнецы и двойняшки. Девочка, девочка, мальчик, мальчик. Брат, братишка, сестренка, сестрой. Вот они. А там еще есть. Вот. Возвращаемся сытые. Хочется спать. На улице очень жарко. Вот это бывший. В Германии денег больше. Парк. А с Германии потом уже. Бывший сад. Бывшая площадка имени Александра Сергеевича Пушкина. Пушкина не убрали, его просто перенесли в литературный городок. Здесь он как бы был незаметен, а там он в тему актуален, он там больше. Мы тоже сдали, приехали. Там проверяют, тут проверяют. Вот, вот так красиво, везде микроклимат. Через какую компанию вы едете, я не знаю. Очень красивый город Ташкент. Бумага должна быть, еще пару вопросов. Обязательно надо приезжайте. Сейчас немного жарковато, но все равно здесь красиво. Здесь люди добрые. Здесь все хорошо и лучше, чем в других городах и странах. Вот это 71-я школа. Сколько-то процентов скидка?
точку. Вот проезжаем вот этот круг. Сейчас круга нет, просто сделали четырехсторонний перекресток. Раньше 6 было дорог. Вот одна вела вон дагестанскую. Раз, два, три, четыре. Да, сейчас 4. Вот это ведет на ТТЗ. Вот, вот здесь вот Светлана. Движение здесь очень большое, опасное. Всегда нужно быть бдительным. А вон там моя девятиэтажка. Вот первая — Максим Горький. Вторая — это Ипак Юли. В третьей живу я. Вот она немножко виднеется. А мы едем к маме на художников. Вот, друзья, наш вечер подходит к концу. Мы заканчиваем свою съемку. Дорогие наши подписчики, это такое красивое кафе в экопарке в Ташкенте. Если вам интересно будет зайти на их страничку, вы можете найти ее без проблем. Название кафешки. Вот такие хорошенькие столики, они закрываются уже. Десерты здесь превосходные. Есть такой балкон, на балконе можно вот сесть. Здесь на втором этаже есть залы, на улице. С айскрим итальянского. Они сказали, что итальянский айскрим. Я не знаю, что там итальянского, но, наверное, привлекает людей, когда слышишь что-то западное. А это реклама еды. Вок, возьми с собой. Доставка. Это наша семья. Газончики. Чисто, опрятно. Лас радует. Ну все, дорогие мои, на этом заканчивается сегодняшний насыщенный день. Прохлада уже отпустилась. Всего вам доброго. С вами ваша Гульшан. До новых встреч. Ждите новые приключения, новые путешествия. Ой, дорогие наши подписчики, сегодняшний день закончился. Вечерний Ташкент. Да. И уже ночной. Две сестрички готовятся поспать. Создать красивое видео для вас. Да. Чтобы наполнить новые силы. А завтра встретимся вновь. С новыми путешествиями, да. И новыми приключениями. До свидания.